Здравствуйте, я только что осмотрел прицеп, который отправится в Россию. Это видео для покупателей этого прицепа. Значит, на что я хочу обратить внимание? Значит, первое, мне нужно срочно знать, будете ли вы устанавливать маркизу слайдера. Вот это вот, да? То есть для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы предотвратить попадание в салон снега. То есть, когда идет снег, образуется над слайдером, на крыше слайдера снежная шапка, и когда вы задвигаете слайдер, этот снег оказывается внутри прицепа. Поэтому нужно установить маркизу. Если она вам нужна, пожалуйста, скажите, я посчитаю стоимость, скажу вам, и нужно мне срочно оплатить. Время сегодня-завтра. Вот, значит, дальше. И нужно разгрузочное устройство. Это штука, которая позволяет разгрузить раму вашего прицепа, вашего тягача. Вот, если вы не знаете, что это такое, позвоните, пожалуйста, Андрею. Он расскажет, что это такое. Мне тоже нужно знать. И нужно оплатить ее перед тем, как прицеп будут отправлять. Но остальное мы уже предложим вам в качестве доп. Опции тогда, когда прицеп будет в России. Ну, прицеп принят. Жду вашего решения. И как только оно будет, сразу мы будем либо устанавливать слайдер, маркизу слайдера, будем его отправлять. Все, жду от вас ответ. Прицеп Premier Ultralight от компании Keystone 229RKPR. Сегодня он стоит вот в боксе. Его готовят к продаже, проверяют все системы, чтобы покупатель остался доволен этим прицепом. Ну, честно говоря, я большое видео даже не буду сейчас снимать, потому что я буду мешать людям. А завтра я сниму большое видео. Сейчас это видео только для покупателя. Давайте вот, давайте зайдем внутрь, ну, чтобы я... Я боюсь, что я помешаю людям. Ага, ну вот. Ну вот вроде бы они закончили все делать. Вот, вот такой вот прицеп. Замечаний у меня нет абсолютно никаких. Не знаю, может завтра появится, потому что я завтра буду снимать большой видеообзор на этот прицеп. Вот, ну вот пока, пока так. Давайте сейчас зайдем вот сюда. Значит, на что я хочу обратить внимание? Первое. Значит, брек-контроллер купить желательно. Даже если его нет в вашей машине, желательно его купить. И обязательно, мне кажется, поставить маркизу слайдера. Потому что это единственный аксессуар. Кстати, слайдер тут огромный. Это единственный аксессуар, который я рекомендую поставить. Дело в том, что вверху возникает, может возникнуть снежная шапка. Вот если пойдет снегопад, вверху будет снежная шапка, и когда слайдер будет задвинут внутрь, эта снежная шапка окажется внутри прицепа. Пожалуйста, если вы хотите ее поставить, мне скажите, чтобы я ее заказал. Ну, разгрузочное устройство вам, наверное, не нужно, потому что у вас большая, хорошая американская машина. Вот. Ну вот так вот он выглядит. Все, завтра я буду снимать большой видеообзор.